короче, как-то давным-давно, я еще на тачку себе поставил, вот как только-только все это пошло, это было где-то лет 10 назад. Вот, я поставил, короче, чисто по трассе мотался, слушал дальнобойщиков, ну и таких же, как и я, и, короче, все было бы как бы нормально. Вот, что-то меня дернуло, короче, на там же в пятерках идет. Вот, что-то меня дернуло на нули переключиться, вот, переключился я на нули. Вот, и тут прохождение пошло. Вот, ну сначала Мясников, короче, услышал то, что тут народ балаболит. Вот, так послушал, посидел, ну там детки какие-то, там мужички, про антенки, про все такое. Вот, ну чисто по себешней тематике. Вот, потом что-то прохождение пошло, слышу там иностранные голоса появились в эфире и все такое. Вот, тут я сработал с Киргизией, Казахстаном, вообще с машиной просто стоя, там, ну, немножко на возвышенности, на антенку, там, ну, автомобильную, сам понимаешь, какую. Вот, ну, и тут меня бомбануло, думаю, о, блин, нифига себе, блин, прикольно как. Вот, потом, ну, в гараже там Сибиху поставил такую, там, от скорой помощи антенну переделал, вот. Удлинил ее немножко катушкой. Вот, ну и как бы разговоры были такие нормальные. А вот сейчас давно потом я к этой теме не возвращался, потом Алексей КГУ, не знаю, на частоте сейчас нет. Вот, что-то речь зашла, говорит, что ничего там хорошего нет. Вот, КГУ, если на частоте, ждем комментариев прям. Телеграфе прием.